Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня речь пойдет о интересном приложении, которое находится еще в стадии бета-тестирования. Приложения нет в Android Market, но в описании видео найдете ссылочку на FOPDA, где автор выложил данную программку. И чем примечательна эта программка? Тем, что она имеет вот такой вот интерфейс ярко. Но суть, это я конечно шучу, суть в том, что эта программа является радиобудильником. То есть если вы хотите иметь радиобудильник на своем Android устройстве, то установив данную программку, вы получите такую возможность. В чем прелесть данной программки? В том, что она... Сейчас я выключу Wi-Fi, чтобы все это дело организовать. В том, что она вместо обычного встроенного будильника с определенной какой-то мелодией включает радио, которое будет играть до тех пор, пока вы не проснетесь, вернее, не встанете и не отключите. Есть возможность задать будильник по неделям, то есть добавить недельку и расписать там свой будильник на несколько недель, поставив галочку «Повторять еженедельно». А все дальше, в принципе, как в обычном звонке, только что необходимо сделать, это выбрать тип звонка. Есть три варианта: мелодия по умолчанию, мелодия из телефона и радио. Я же выбираю радио. Для того, чтобы выбрать какую-то определенную радиостанцию, необходимо включить Wi-Fi, перейти вот в эту подкладочку. И здесь вы можете выбрать любую радиостанцию или добавить радиостанцию по URL-адресу, то есть забив адрес радиостанции, допустим, которую вы частенько слушаете, и найти ее, она добавится в список, и можно будет выбрать и свою радиостанцию. Но список радиостанций, который предлагает автор, и так, я скажу, не маленький. Но вот даже такая возможность предусмотрена, добавление своей радиостанции. Далее, что необходимо сделать. Если вы выключаете Wi-Fi на ночь на своем Android устройстве, здесь можно просто поставить галочку «Включай Wi-Fi», если он выключен, и после чего задать будильник. Давайте сейчас я продемонстрирую, как это все будет выглядеть на включенном Android устройстве. И в конце будет видео, как данная программка срабатывает по выводу, если смартфончик, допустим, спит. Ну, сейчас мы зададим время. Так, у нас сейчас 7:40, значит, мы поставим ближайшее время, чтобы не затягивать данное видео. 7:40 поставим. 41, если я сейчас успею. То есть мы задали, вот у нас сегодня время, и нажимаем сохранить. Просто после чего надо вклеить. Да, не успел. Я вот... Ну, смотрим, радио, в принципе, уже активировалось, включился Wi-Fi и пошло воспроизведение. Музычку я остановлю, потому что у YouTube могут возникнуть свои вопросы. В общем, вы увидели, как все это работает. Давайте попробуем еще раз. 7:42. Так, Wi-Fi отключим, чтобы продемонстрировать, что все реально работает. И программка включает Wi-Fi. И нажимаем сохранить. И свернуть программку. Сейчас я еще раз проверю данные. Так, сохранить. Проверяйте число и сворачиваем программку. Сейчас вот в выключенном радио посмотрим, как все это дело выглядит. Скажу, что я протестировал программку. Сегодня на утро я ставил специально будильник. Все великолепно завелось, радио сработало. Вот, видите, как все это дело происходит. Сейчас должен включиться Wi-Fi. Вот включается Wi-Fi, опять-таки я. И будет радио играть до тех пор, пока вы его не остановите. Вот такая вот, на мой взгляд, интересная программка. Настроечки, в принципе, несложные, как в обычном будильнике. Можно добавить, как я уже говорил, неделю. Добавляете, допустим, неделю и выбираете любое число. И задаете будильник там на несколько недель вперед. Вот так все это дело выглядит. Так что великолепно все работает, все отрабатывает на ура. Единственное, что я хотел бы сказать, что да, при включенном Wi-Fi необходимо выбрать радиоточку, добавить ее и выбрать тип звонка. Если же вдруг какой-то сбой произойдет с вашим Wi-Fi, вообще там с роутером или что, то здесь можно поставить, если радио не играет, то будет воспроизводиться мелодия ваша
выбранная мелодия, которая стоит на вашем Android устройстве, через одну минуту. Допустим, вы установили на 7.42, если в течение минуты радио не отработает, то будет включена обычно ваша мелодия, которую вы используете по умолчанию. Вот такой вот небольшой коротенький обзор программки, которая называется Alarm Clock. Думаю, что многим будет приятно и интересно использовать такую программу. Мне, например, она очень понравилась. Такую программку на своем Android устройстве. Да, и в конце вот можете посмотреть, я сделал небольшое видео, как все это дело отрабатывает на заблокированном смартфончике. На этом, в принципе, буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии.